Алису Дарьева. Антон Клыков. Евгений Кузнецов. Елена Юванович, Константин Гаврин. Алина Хаведина, Станислав Евдокимов. Далее Катюшица, Александр Воловуев. Сергей Розанов. Хореограф Мария Орлова. И Мария Евдокимова. Мы благодарим балет под руководством Вячеслава Гулаева. Воздушные акробаты Евгения Васюма и Антон Марков. Живой звук. Все по-честному сегодня. Светлана Светикова. Наталья Сидорцова. Денис Демьев. А также Александр Топов на сапсе. Двухкратные чемпионы мира среди профессионалов Елена Леонова, Андрей Хвальбо. Многократные чемпионы Литвы, призеры чемпионатов Европы и мира. Маргарита Дробязко, Марина Спалилас. Чемпионы мира по ледовой акробатике, неподражаемые Владимир Мисенин, Алексей Полищук. Чемпион Европы, чемпион мира Максим Шевалин. Двухкратный чемпион мира Максим Ставицкий. Чемпион России, чемпион Европы, чемпион мира Мария Петрова, Алексей Тихонов. Четырехкратные чемпионы Европы. Двукратные чемпионы мира, олимпийские чемпионы. Татьяна Татьянина, Максим Орлин. Чемпионы мира, чемпионы Европы, олимпийские чемпионы. Елена Бережная, Антон Цифрулидзе. Четырехкратный чемпион мира, олимпийский чемпион. Чемпионы Европы, двукратные чемпионы мира, олимпийские чемпионы Татьяна Новка, Роман Костомаров. А также актер театра и кино, наш настоящий друг, талантливый человек Марат Башаров. Спасибо. И, конечно, ничего бы не получилось, если бы не те люди, которые не выходили на лед, но сделали сегодняшнюю сказку. Я благодарю руководителя и продюсера проекта Екатерину Цанава, хореографа проекта Елену Масленникову, технического директора Николая Авалиани, сценографа Григория Белова, Андрей Белоусов-Крутой, а также звукорежиссер Алексей Левченко, художник по свету Алексей Эфелькин, костюмы Шура Тумашова, а также благодарим врачей команды Алексея Лопатина и Федора Котелю и наших реквизиторов Марию и Дарью Валенкову. И, конечно, режиссер-постановщик, автор идеи, хореограф, гениальный продюсер Илья. Вот. У нас сегодня заключительный концерт, мы решили поехать против часовой. Вот такой непослушный коллектив у меня.
Спасибо. Вы знаете, так хотелось сделать что-то свое. Не очередной раз поаплодировать западной кайфе, а сделать что-то свое. И то, что вы сейчас даете нам силы идти дальше. Низкий ваш поклон. Спасибо! Я с вами, ребята!